Здесь же две качельки повесили. Здесь написано «Ночной клуб Грислав». Так что еще есть свой ночной клуб. Справа от лифта на нулевом этаже, где ресепшн, у нас есть бар, суши-бар Микадо. Это экскурсии здесь же можно сразу заказать. И вот будет у нас с 1 по 5 мая будет главное модное событие Юга России. Показ мод будет. Как раз будет проходить в конгресс-холле. С правой стороны от ресепшн уходим. И здесь у нас коридоры. Туалеты. Кафе. Завтраки 1600 рублей с человека. Можно заказ в номера делать. Здесь же у нас бильярдная. И пошли в сторону конгресс-центра. А вот идет подготовка. Это вот такой большой зал. Вот здесь и будет фашон проходить. Оборудование везут. До мероприятия еще 3 месяца, а подготовка идет ранее. Ну и парковка перед отелем большая, правда, платная. Детская игровая комната. Есть телевизор, есть бассейн с шариками, стол, игрушки и тепло. Тепло и светло. Дети могут поиграться. Ну и лифты. Как я и говорил, здесь 6 лифтов. Здесь же можно сделать массаж. Поселили нас на 5-м этаже, но, к сожалению, с видом не на море. Коридоры чистые, светлые, убраны. Хорошая шумоизоляция.
Номер 515. Заселили нас в 515 номер. Карточку я уже вставил. Вот такой вот у нас шикарный номер. Мини-бар. Чайничек. И вода. Софа, двухместная кровать. Вид, конечно, не на море. На парковку. Олимпийский факел видно. Стадион видно. Балкон большой. Два стула. Стол. Все чистенько убрано. Аккуратненько. Все рабочее. Приятно. Гладильная доска, утюг, щетка для обуви, два халата, тапочки. Сейф в номере. Душевая, зеркало, унитаз, все необходимое, все есть, полотенце, даже сделали шнур сигнализации тревоги. Вот такой замечательный номер. Гостевая парковка. Сразу открыли, заезжаем. Откройся. Охранник нас встретил на въезде. Сейчас отметочку сделает. И припаркуем. Порш накрытый. Прямо направо припаркуем и на лифте поднимемся. Идем к лифту и на лифте уже поднимаемся к себе. Расположение отеля вот такое получается. Мы находимся вот в этом крыле. Вот оно идет вот сюда от лифтов и сюда пошло. А еще хотел сказать, у нас окна выходят на эту сторону,
А вот у кого окна выходят сюда, вот эти окна, это вид на море. Сейчас можно пройтись будет посмотреть. По этому коридору, в конце коридоров есть двери, и там хорошо видно, что и куда. Сколько чаек? Здесь получается пирс. Вот такой вид. Получается семиэтажный отель. Минус первый этаж. А минус первый этаж, там спа зоны. Пройдемся, посмотрим. Спа зон. Здесь ресепшн. Зона отдыха и раздевалка. Как можно пройти через раздевалку, через душ, так можно пройти и здесь. Вот прямо в бассейн. Зашли в раздевалку. Здесь вот умывальники, писсуар, туалет. И сразу раздевалка. Здесь кодовые кабинки. Все, положил и закрываем. Все, закрыто. Здесь у нас три душевых. Все чистенько, все беленько. Выход. Парная. Джакузи. Русская баня. Сауна. Турецкая баня. Здесь ведерко висит, бочонок. Вот такой вот бассейн. На улице непонятно, дождь то ли пошел, но точно идет. Глубина небольшая. Лежаки. Спасательный круг и смотрящий человек. Здорово. На улице дождь холодный идет. Февраль месяц. А ты имеешь такую возможность купаться в бассейне, в котором температура воды 29 градусов. Здесь же пойти в хамам погреться или в русской бане погреться. Великолепно. Отдыхаю. Релакс. Можно
водичку возьмем. Даже не лимонная, апельсиновая. И можно сразу полотенчика здесь лежит, расстелить. Великолепно. Одной рукой, правда. Все. Ой, хорошо. Ну вот у нас и утро, 18 число. Время нашего пребывания в Сочи закончилось. Отдохнули замечательно. День рождения компании прошло отлично. Провели мы его на стадион небольшой. Вот он, кстати, купол этого стадиона. Ледовый дворец. Все было здорово, замечательно, прекрасно. Собираемся, сдаемся, имею в виду, сдаем номер и выдвигаемся домой. На этом наш отдых закончился. Всего вам доброго!